Can I trust what I'm given when faith still needs a gun? Whose ammunition justifies the bomb? And I can't see from the backseat, so I'm asking from above. Can I trust what I'm given, even when it cuts? So heaven, if you send us down, so we can go play the justifies the bomb. And I can't see from the backseat, so I'm asking from above. Can I trust what I'm given, even when it cuts? So heaven, if you send us down, so we can go play the
trust what I'm given. When faith still needs a gun, whose ammunition justifies the wrong? And I can't see from the backseat, so I'm asking from above, can I trust what I'm given, even when it cuts? So heaven, if you send us down, so we can go play the Всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас второй раунд Forza Edition чемпионата. Forza. Да, я и сказал, собственно говоря, да. Forza Edition. Каламбур, но все же. И у нас буквально через там несколько минут стартует квалификация, по результатам которой, собственно говоря, будет гонка. Проходит гонка у нас на трассе Хокенхайм-Ринг. Это в Германии. Собственно говоря, ну, в общем-то, известная трасса для всех, особенно поклонников Формулы-1. На первом этапе у нас были, что там, победители в лице товарища Сандра Ройза. И сейчас я уточню этот момент. Сейчас, секундочку одну буквально. Да, ДТМ, конечно же, Артём, правильно, молодец, ДТМ. Так. Где тут результаты? Вот так, вот. Значит, результаты. Сандра победил, Ройзи был вторым, у РВ Кост 777 занял третье место. И, соответственно, эти гонщики получат дополнительный, по-моему, вес по правилам чемпионата, как бы, да, чтобы уравнять шансы последующих гонщиков
Кстати, всем смотрящим подскажите, там что, как со звуком, все окей, меня слышно хорошо. Музыка там, в смысле музыка. Игра там тоже, нормально ли все? Все окей, супер, прекрасно. Все прям прекрасно. Так, я бы на самом деле немножко хотел, может быть, чуть-чуть прибавить игру, поэтому буквально секундочку одну, чуть-чуть добавить звука игры. Во. У нас стартует квалификация. В общем, я предлагаю, что на самом деле пока проходит квалификация, познакомлю, наверное, с участниками, в принципе, чемпионата их. Ну, я бы сказал, даже довольно-таки приличное количество. Донаты должны зачитываться, на самом деле, если честно. Прям очень должны. Но не факт. Стэнфорд, ты можешь проверить, собственно говоря. Сей момент. Так, карту, пожалуй, я выключу. Нет, не то. Я уж не помню вообще, где это все делается. Информация об игроке выключена. А, не то. Панель. Да. Телеметрия. Повреждения, но нас это не интересует. Все, подвеска, нагрев, трение. Как ничего нету? А должно быть прям все. Слушай, извини, пожалуйста, Стэнфорд. Если честно, ты донатил через Donation Alerts? Чтобы не понимать, да, чтобы настроить, может быть, у меня действительно там какая-то слетела настройка. Хотя, вот еще раз говорю, не должно быть такого, конечно. Так, смотрим. Alert Box. Ой-ой-ой. Я прошу прощения. Но, похоже, я не настроил так, как и не предполагал, собственно говоря, видимо. Да. В любом случае, тебе спасибо большое, если за донат. Любая поддержка прямо супер. Саня, кинуть инвайт, попробуй просто по мне присоединиться, по мистер Степанов, в лобби, раз. А во-вторых, сейчас себя размучу. А ты хотя бы что-нибудь скажи в войс-то, потому как я... А, вот все. Вот. Вот так вот я размьютил себя. Потому что... Да, раз, вот. раз. Вот, все, слышно, я тебя слышу. Прекрасно, ты меня, Сань, слышишь? Да, я тебя слышу в Дискорде. И это супер. Чтобы я тебя без задержки слышал. Вот. Меня нормально? Да, тебя слышно хорошо. И, кстати, вот народ на стриме тоже скажите, там, Сашу нормально слышно или нет. Сейчас я запущу Форцу. Форцу, да, там сразу по компаньону, ну, присоединяйся просто ко мне и все. Сейчас я постараюсь. Очень сложно. Сложно, я согласен. Вспоминать все это дело без... Без... Стэнфорд, ну, честно, вот я Саша, сейчас я включу уведомление на донате, но уже только к следующему чемпионату, потому что там реально надо много чего сотворить. Прости, пожалуйста. Кидайте деньги просто на карту. Да-да-да. Если большие суммы, кидайте просто на мою. Так, да, мне надо тем временем вспомнить, как отключить карту. Нет, бегущую строку оставить. Информация... А, вот, карту убрать, его. Карту убрать, статистика гонки, а может быть, кстати, оставить. А, без карты никак, короче, понятно. Ну, кстати, вопросов нет, кинул сотку с текстом, ставлю сотку на сотика, супер красава просто, Стэнфорд, молодец. Видишь, я и так зачитал. Прекрасный просто вариант тоже. Но к следующему разу обязательно все изменю. Так, я так понимаю, Смагин Романа вырывается в лидеры. Собственно говоря, квалификации. Время почему-то не показывается. А как включить форту на полный экран? Она сама, там она сначала подгрузится, ты когда нажмешь старт, она развернется на полный экран.
Ну да, собственно говоря, мы видим, что Смагин Роман показывает время 1.49. Он, кстати, и в практике был быстрейшим, поэтому это, видимо, на сегодняшний день лидер. И я думаю, что одна из причин, наверное, самая важная причина у него — полноприводная машина, кстати, насколько я помню. То есть он немножечко читер. Ну, не то, что немножечко читер, такая машина просто была, как бы, это Nissan GT-R, и он, насколько Костя Дурный сказал, что, собственно говоря, привод ей не поменять на задний. Поэтому, ну, да, в дождь она читерская. Дождь она читерская. Ну, мы, собственно говоря... знаем, что Смагин Роман раньше занимался дрифтом, поэтому, как и все дрифтеры, он читер. Очень что? Хорошо ездит под дождю, да? Да, да, боком. Боком, точно. Рома лучший, да. Действительно, Рома пока лучший. Второй, кстати, у нас по времени сейчас Аемблин. Если не ошибаюсь, то это, по-моему, Артём. И у РВ Сотика это Дима, по-моему. Да, человек дождя тут еще подсказывает. Ну, тут человек дождя раз, и все-таки машина вот довольно-таки большую роль играет. В частности, привод в этих прекрасных условиях. А вторая гонка будет Нет, второй гонки не будет. Здесь одна единственная гонка будет проходить 35 кругов длиною. То есть она такая длинная, но единственная. И, насколько я знаю, гонщики совершат как минимум 2 пит-стопа. Потому как вроде... А вся гонка будет под дождем, погода не динамичная. Какая? Что будет под дождем? Вся гонка будет под дождем, да? Ну, а вот я не знаю, завезли сюда динамическую погоду. По-моему, здесь есть вариант, что там дождь прекращается. Так, сейчас опять секундочку одну, я буквально поднастрою звук, добавлю громкость Дискорду, чтобы Сашу лучше слышать. Саш, скажи что-нибудь еще. Так, раз. А как мне теперь войти, чтобы мне смотреть гонку, а не войти случайно туда? А наблюдение, как? Этот самый, W надо нажать. W. А на джойстике? Я же по старинке на джойстике. Ну, и Y, Y, кнопку. Ага. Я ж тоже как бы, я ж тоже на джойстике. Ага, да. Так. А, гонка, кстати, может, из посоху будет. Во, видишь, нам Артём подсказывает, что вот эта квалификация проходит у нас исключительно в дождевых условиях. А вот гонка типа рандом, никто не знает. Но я думаю, все-таки, наверное, Костя знает, как этот, типа, пейскар, главный метеоролог, точнее, данной гонки. Но у него все погодные условия под рукой, так сказать. Ну что, лидер у нас не изменился. Это все и по-прежнему Смагин Роман. Второй у нас уже ОРВ Сотик. И третий Докер. Красавчики, парни. Прям красавчики. Я вот только думаю, нам... вот. Саш, ты, я помню, раньше, когда я стримил Форзу, говорил, что смотреть камеры... вот эти вот ТВ, типа, неинтересно. Или наоборот. ТВ, наверное, интересно. Игровые. Ну, точнее, дискамеры повторов. Да, наверное, да. Машина далеко. Приближенный вид машины. Господи, боже ж ты мой. А, ну да, кстати, вот. Камеры повторов, да. Да, а камеры повторов. Как их чередовать? Камеры повторов, они не чередуются, они самостоятельно управляются. Ты не можешь ими управлять вообще. Так, где бегущая строка? Это все окей. Информация о гонке. Карта просто. Статистика гонки. Смотрим. Ну да, Смагин Роман со временем 49.285, пока находится в лидерах. И максимум, что мы можем видеть вот в информации... Несколько человек еще не поставило даже время. У них нету зачетного времени. Рой нету зачетного времени. Слушай, мне кажется, знаешь, что это может быть какой-то глюк, потому что
Ну вот, например, АМ Блин буквально недавно находился в лидерах. А, вот, наверное, время круга надо поставить. Все, все, это расстояние до лидера. А, все, вот так вот. Да. Так, это... А списочкой здесь нельзя, да, вырезать, кто на какой позиции едет? Нет. Никак. Чередовать данные. Так, время до лидера. Расстояние до лидера. Временные интервалы. Промежуточные дистанции. Время круга. Во. Вот так, наверное, будет лучше всего сейчас смотреть в квалификации по времени круга. Смагин, Роман, Ларвасотик, Докер. Ох, как она быстро пролетела. Пятый. А блин, Сандра у нас, кстати, лидер, да? Прошла прошлого раунд. Господи, этапа. Всего лишь на, по-моему, восьмом месте был. Ну, на самом деле, как бы, а, полный привод, б, еще и гандикап у ребят, да, там, у предыдущих лидеров, предыдущего этапа. И вот прям в реальности действует система гандикапа. Прям хороша. Да, да. Сандра вот сейчас на шестой позиции. Рад тройка. По-моему, один из немногих, кто играет на руле. Да. Он на восьмой позиции. На прекрасном автомобиле японского производства. Только не понял, почему автомобили прозрачные, но, наверное, так надо, да? Я так понимаю, значит, он только что выехал, либо остановился надолго, и тогда они становятся прозрачными. Так, а секс-инструктор не едет, понятно, да? Да, секс-инструктор у нас сегодня в роли, сегодня, как и в принципе во всем чемпионате, выступает исключительно пейскаром, потому что здесь... А почему вот RAL 4 не имеет зачетного круга? Не знаю. Да, поэтому... Пока не вот знаю. Какой-то определенной причины этому, наверное, нету. 16, получается, игроков у нас сегодня. Неплохо, да? Да, очень хорошая. Кстати, инструктор при этом еще и время установил, хотя он там на какой-то машине, ну, пейскаровской, на Audi едет. Я бы не сказал, что она прям быстрая. У нас на вторую строчку врывается Steam. Ух ты. 198-76. В общем, Steam очень много цифр. Очень-очень сложный ник. Так, квалификация закончилась, я так понял. Я тоже понимаю, так понимаю, что квалификация закончилась. Этим интересно, что за игрок такой Sting, если честно, мне не знаком. Я так... Да, да. Раньше вот он... сами не участвовал. Ну, он молодец, да, красавчик, показал прям время, да, шикарное. Второе время. Так, да. А может, нам кто-нибудь сообщит вообще, будет здесь дождь в гонке или не будет? А я думаю, что сейчас, когда будут настраивать гоночное лобби непосредственно... Мы это все и увидим. Да, там изменится иконочка, и мы поймем сразу, какие у нас погодные условия будут это в следующей гонке. Прекрасно, прекрасно. Чтобы мы знали, какая погода. А сколько кругов гонка? 35 кругов. 35 кругов. То есть, да. Мы успеем вдоволь насладиться прекрасными автомобилями. Возможно, появление сейфити-кара. Определенно точно, потому что первый поворот, это же самый крашерский, особенно на старте, там все пытаются на нем обогнать, он довольно-таки широкий. Хотя в очередной раз мы напомним, что не надо выигрывать гонку в первом повороте, 100%. Даже если это не длинная гонка, даже если всего 35 кругов, вот. Не, ну 35 кругов, как бы, для Форза, мне кажется, это такая, тем более здесь на трассе Хокингхайм, на это у нас круг, считай, почти 2 минуты. 4,5 километра, да. Да. Две минуты проезжают, а не 4,5. И это такое, по времени-то, в общем, практически такой... Ну, хорошо, это нормальная спринтовая гонка, если мы с тобой как привыкли, да, мерить айрейсингом. Ну, а для Форзы, мне кажется, это такой уже практически эндюранс гонка. Так, вот меня теперь интересует, как посмотреть результаты прошедшей, ну, квалификации. Да, вот мне это тоже, конечно, очень интересно. И вот вроде как нет ни одной кнопки, которая позволяет это сделать. Параметры водителя, гоночный магазин у нас вот нет. Lucky Boom призывает давить тапку в первом повороте. Я, конечно, понимаю, что об этом мечтает Lucky Boom. И, конечно, Константин, который хочет появиться в качестве сейфти-кара. Но я думаю, что это
не сыграет на руку всем нашим пилотам, кроме тех, кто будет ехать в конце и не попадут в этот завал. Им, конечно, появление сейфтикара будет только на руку. Да, абсолютно с тобой согласен. Я, кстати, разобрался и включил-таки, наконец-то, на экран вывел результаты предыдущей гонки, но сие прекрасная Форза, она не сортирует, понимаешь ли, участников по лучшему времени. Она их расставила. Загрузка, и эта загрузка у меня где-то остановилась. Может, у меня все зависло? Возможно. Сейчас я посмотрю. Кстати, тем временем у нас уже... Нет, я не понимаю, настроено лобби для гонки или нет? Длительность 12... А, нет, еще лобби для гонки не настроено. Видимо, еще не все гонщики, видимо, пришли или что? Или... Uh-huh. Смотрим здесь. Товарищ секс-инструктор. А, на месте, все, он хост. Бонновойс, да. Да, Саш, ты все еще загружаешься. А, все, значит, у меня просто очень... У меня она стоит не на SSD, у меня стоит на каком-то старом Винчестере. Ну, у меня, к слову сказать, тоже стоит на старом Винчестере. Но что-то загрузилось... Ну, в принципе... О, изменили настройки лобби. И мы смотрим. Слушай, нет, гонка также будет дождевая. Гонка также будет дождевая. 35 кругов уже объявлено, все. Что-то как-то у меня... А сейчас у всех заново загрузка идет. Может быть, тебе это выйти и зайти заново? Да, я сейчас так и сделаю. А я пока попрошу тогда не стартовать, если что. Угу, угу. Сейчас запущу заново Форцу. Старт сходу вроде будет. Так, а вот нам Артём подсказывает, что вроде как старт будет сходу. Ну, собственно говоря, ты знаешь, старт сходу никоим образом не изменит ситуацию с тем, что завал в первом повороте, наверное, процентов на, ну, вот 80 гарантирован. Хотя, конечно, я могу сильно ошибаться, потому как уровень гонщиков, я смотрю, ну, в общем-то, возрос довольно-таки сильно. И если раньше разница между там первым и последним местом была просто, ну, колоссальная, не знаю, туда так, как этот, как расстояние по времени между Санкт-Петербургом и Китаем, каким-нибудь Пекином, то теперь, конечно, оно значительно меньше, там в пару секунд, в принципе, люди уложились, и это нормально, это хорошо. Учитывая, что у нас довольно-таки ну, разного уровня гонщики. Ну, их достаточно много. Да. И это тоже приятно видеть. Тут, в общем-то, Костя заморочился с проведением этого чемпионата, подогревал людей рейс-дэями, значит, на правильных автомобилях, которые планировалось использовать, ну, трассы и все такое. Он довольно-таки долго занимался настройкой каждого автомобиля, чтобы все были примерно одинакового уровня. Ну и как показывает, что не безуспешно, потому что, как мы видим, разные лидеры и нет какого-то явного доминирования. Все машины достаточно интересно перемешаны, вот так вот. Да, да. В общем, подготовка, конечно, суперская. Опять же. Так, все. Логотип нарисовали. Все, подсоединился? Mm-hmm. Логотип нарисовали. Красивый вполне себе. По мотивам RC Forza. Ну вот. Есть. Вот Стэнфорд спрашивает, есть ли ссылка на трансляцию. Да, есть ссылка на трансляцию прямо непосредственно в посте с гонкой. Блин, 76 ков. Так. Кнопка доната там внизу, чуть-чуть ниже. Прокрути прямо сразу под трансляцией. У нас все готово к гонке, и, в принципе, сейчас, наверное, будет Костя стартовать. Сам заезд. Ну, в принципе, да, наверное, уже все готовы, как бы, и...
Надо бежать, go. Можешь намекнуть ему каким-то чудеснейшим образом об этом. Так. Да, потому что мы все равно не можем, как бы не печально это звучало, рассказать об итогах квалификации. Ну, мы, в принципе, разве что помним только первые три места, да, получается, это, напомню, Смагин Роман. Стинг ворвался в последнюю прям минуту. Посмотрим, как он поведет себя. Вот, кстати, а почему Рак тройка на втором месте? А это потому что сейчас только будет редактирование. Вот сейчас мы как раз и во время редактирования решетки мы сейчас и увидим стартовую решетку. Как хорошо. Вот. На первом месте у нас Смагин Роман. Все верно. На втором месте у нас был Стинг. Да, кстати. Почему-то мы его не видим. А может быть, кстати, это случайный участник, ворвавшийся в лобби, не соответствующий требованиям, все дела. Может быть, его кикнули или просто он ушел, не знаю. Да, ну, продолжай. Кстати, да. На втором месте получается РВ Сотик. Кстати, кто такой Стинг? Это человек пропал. Вот, это будет загадка. А, все, редактирование закончилось. Рад тройка на руле. Единственный представитель руля у нас на третьем месте. Если не единственный, поправьте меня. А почему, кстати, у Сандра машины S797, я не знаю. Это нормально. Но Сандр на наиболее слабой из всех машин. Саш, извини, пожалуйста, перебью. Нажми этот самый наблюдение быстрее. Эй, не успел. Так, да. Я уже был вроде нажал давно. Да? А там сбросилось, надо было еще раз. Так, и что мне теперь? А, не, нормально, все, подожди. Потому как он еще продолжает расставлять. А я не могу нажать. Да, сейчас не можешь, он сейчас закончит расставлять, тогда, наверное, сможешь снова нажать. Угу. Так, а... Слушай, а тут Стэнфорд Раш, например, подсказывает, что Стингу вообще есть в списках. Видимо, может быть, какие-то у него были проблемы. Технические проблемы, да. Машина сломалась после квалификации, он выжил из нее все, что можно, она развалилась. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Выложился, я не могу, кстати, нажать смотреть. А ты все, теперь сейчас мы прогружаемся в трассу, и придется тебе, после того, как загрузимся мы на трассу, уже подсоединяться. А вот надо подсказывать, что Steam 1987 должен был ехать на Acura NSX FE. Ну, собственно говоря, это Acura, как и любая другая. Acura, это же Honda у нас. Да, Acura это Honda. Вот. Она это подкачала. Как, ну, еще Фернандо Алонсо, в общем, как бы тоже не любил эту машину. Не зря. Не зря он не любил эту машину. Так, а мы тогда сфокусируемся на Смагине. А ты уже подсоединился, да? Да. Так, сейчас я хочу включить изменения в сетке. Время круга, промежуточные временные интервалы. Наверное, расстояние до лидера. Нет. Время до лидера. Да. Так, а я переключусь тогда сразу на игрока какой-нибудь, на второго. ВРВ Сотик. Только вспомнить бы, как это сделать. А, вот. Потому что со второго места будет удобнее наблюдать за стартом. Игровая камера. Даже не так, на докера включусь. Так, старт у нас схода. Пелетон не успевает. Пелетон не успевает за пейскаром. Да не, вроде нормально все. Пелетон как раз едет не спеша. Все-таки так. Машины Forza Edition несколько быстрее, чем пейскар. Но с другой стороны, опыт секс-инструктора, его скилл, так сказать, позволяет ему ехать довольно-таки быстро. Ну и чтобы не откладывать время, он быстро ведет сейфтикар. Кстати, по так факту получается, что гонка будет уже на один круг меньше. О, да. Вот там секс-инструктор ошибся, или то он специально типа ушел. А, это типа уже так ушел, видимо, как бы в боксы, что ли, и это старт гонки получается у нас.
Да, получается старт гонки, они стартуют в одну линию. В одну линию, то есть не в две линии, а стартуют в одну линию. Ну, возможно, по правилам серии до старт-финишной черты обгонять нельзя. Ой, ой, там уже Эмблин пытается что-то сделать невероятное. По-моему, кстати, это получается обгон до старт-финишной черты. Так, первый поворот проходит достаточно аккуратно. Как минимум, первая шестерка, ничего не произошло. Да. И вот расстройка уже прессует Сандра. Явно у него машина имеет большую мощность. О, там, по-моему, Сандра... Нет, ну... И обходит Сандра, И прямо направляется дальше, И пытается уже прессовать Аймблина. А что же Сандра? Ну, а Сандра что? У него гандикап, и, собственно говоря, у него да, явно Сандра будет... Да, пытается удержаться в слепстриме, но понятно, что ему ничего не видно. Он выходит на невыгодную траекторию, пытается атаковать и проходит в повороте, но нет, не получается расстройки. Нет, конечно. Да, расстройка слишком... закрыла все, что только можно. Там слишком узко просто было, у Рада было больше возможностей для того, чтобы раньше открыться и, соответственно, уже набрать больше скорости. Доминируют у нас две полноприводные машины, конечно, полностью смагины и ОРВ Сотик на полноприводных машинах. Ну, надо не забывать, они... что и Смагин, и Сотик — это парни быстрые, довольно-таки очень быстрые. Согласен, согласен. Докер на первый представитель заднеприводных машин. На третьем месте. И, в принципе, сидит практически на хвосте, но все ведут достаточно аккуратную гонку. Никто ни с кем не борется, все аккуратно едут. Как будто в магазине на хлеб. Ну, дождь. В дождь сели спортивные машины и вот тошнят в магазин за хлеб. При этом, кстати, лидер начинает отрываться. У нас уже появляются некоторые... Да, Смагин Роман уже на 2 секунды, на самом деле, оторвался от всего остального пелотона. И, ну, как бы это показывает скилл его. А вот на вторую, третью, четвертую позицию такая намечается легкая борьба, но пока что еще такая позиционная. То есть никто никого не такует. Хотя вот нет. Появляются первые атаки, третье, четвертое место, вот пытаются там разобраться. Да. И выяснить, кто из них сильнее, у кого больше яйца. И кто лучше контролирует машину в этих сложных погодных условиях, потому что ливень льет, конечно, такой, при котором даже Феттель на этой трассе уехал в забор на прошлом году. Вот. Возможно, тем самым потеряв свою надежду на чемпионство. Ну, собственно говоря, мы видим, да, что Аймблин как бы довольно-таки был близок в поворотах, а на прямой уже немножечко и подслил Докеру, и Докер... Ну, практически в безопасной уже ситуации находится. При этом на Эмблина накатывает уже Рад-тройка, а сам Докер накатывает на ОРВ Сотика. То есть у нас здесь борьба прямо за там вторую позицию и получается за сейчас четвертую позицию, что, естественно, интересно. Дальше Сандра, Ройс, они едут на большом удалении друг от друга. И вот Ралла, я не знаю, прорывается, какую позицию стартовал, я не заметил, прорывается, или он уже приближается к Ройсу, ну или как минимум не отдаляется от Ройса на своем сверхмощном Dodge Viper SRT прекрасного красного цвета, простите за такой каламбур, вот. Но, видимо, он не приближается, все едут достаточно паровозиком, как будто бы гонка будет продолжаться не 32 оставшихся круга, а еще 24 часа. Не, ну я так понимаю, что сейчас большинство просто выбрало такую ожидающую выжидающую позицию и ждут, когда их соперники просто начнут ошибаться и самоустраняться. Да, это тоже как вариант, потому что, чтобы победить, надо, во-первых... А вот, кстати, у нас борьба за 9-10 позицию, обгон. Макс Савельев обошел ОРВ Коста прям напрямой, и все это красиво, стремился вперед. К сожалению, переключился прямо в последний момент. И у них сейчас обратная борьба. Обратная, да. Борьба у них продолжается, они на одинаковых машинах, они на форных танках, возможно, даже за одну команду, но почему-то разного цвета. Нет, они точно не за одну команду. Здесь, в принципе, нет командных гонок. Это все индивидуально, исключительно зачеты. Впереди, кстати, Ройс с кем-то тоже
борется. У нас такие две двоечки за 8-9 место и 10. С 7 по 10 место. Вот две двоечки у нас борются. Ну, кстати, вот ОРВ Кост прошел и проехал мимо поворота, как Феттель. Да. Естественно, одну не так печально, естественно, отдал позицию и подотстал, оставив пока что Макса свободно ехать. Так, посмотрим, что у нас дальше. Да, мы тут впереди, на самом деле, да, где-то говорил, там у Ройза борьба, у кого лучший круг. Сейчас мы посмотрим, у кого лучший круг, это мы глянем секундочку одну. Дальше люди борются скорее с машинами, а не друг с другом. Пытаются удержаться на трассе. Вот. Ну, общем, собственно говоря, сейчас извини, пожалуйста, вот лучший круг сейчас у нас на экране. Это Смагин Роман, 1.49.344. Он как лидировал, так, собственно говоря, и лидирует в этой гонке. Отрыв у него уже от своих преследователей более 3 секунд. Ему, в принципе, ничто не мешает ехать чисто и быстро. Борьбы нет, ничего нет. Ну, как бы, скилл, ничего не скажешь. Да, возможно, всем остальным стоит, дабы улучшить свой скилл в дождевых условиях, заняться дрифтом, потому что это помогает в сложных условиях контролировать машину. А может быть, просто он лучше подготовился к этой гонке и на прекрасной машине с надписью «Смагин» в обвесе от LB Performance. А мы вот здесь видим борьбу. Подожди, сейчас Сандра прямо против Аймблина. И на выходе из шпильки Сандра довольно-таки хорошо вышел. И прямо идет бок о бок сейчас с Аймблином. Но мощности не хватает. Не хватает мощности у него. Это гандикап. Это все же гандикап, который, собственно говоря, не позволяет. Видно, что Сандра прям явно не хватает мощности. Скилл есть. Он в поворотах накатывает, но напрямую не хватает мощности. Потому что навесили, уменьшили мощность его машину, дабы он не доминировал все гонки, это правильно? Да, да. Ну, я так понял, что этот гандикап с него снимут, как только он пару раз финиширует где-то за пределами очков или недостаточно высоко. Пару ли раз? Мне кажется, после вот этой гонки, если он не приедет на подиум, то тоже да, должны снимать. Ну, уже. Вообще, отлично. Хотя, конечно, наверное, мощность здесь не так важна в дождевой гонки, его все-таки спасло, что у него дождевая гонка, потому что была бы гонка сухая, он бы, конечно, намного больше проигрывал. Ну, а мы сейчас видим борьбу уже Аймблина и Ратройки, на самом деле. И Аймблин уже поравнялся с Ратройкой как раз к повороту. И он даже прошел. Прошел, да. Прошел до поворота, но Ратройка пытается перекрестить, но Аймблин очень закрывает, Ратройка даже немножко срезает и не может ничего сделать. Почему-то у Ратройки очень скучный какой-то дизайн. Скучный просто дизайн. Ну, да, да, просто все фон, да. Не рисовал ничего, я думаю, что... Да, тем более, что... Видимо, но на торможении пытается по внешней траектории пройти. Естественно, у него это не получается. И они, кстати, по-моему, приближаются к докеру. Вот, ну, есть такое. Хотя, да, в борьбе, в принципе, не должны, да, это немножко должно оставаться. Докер потерял темп. Может быть, ошибся он, да, где-то. Кстати, кроме нескольких последних позиций, все остальные идут достаточно плотненько. Уже какой-то ошибки, у всех есть возможность улучшить свою позицию на 1, 2, 3 и даже более. Потому что все идут достаточно проводно. Ну, через 6 кругов. Только вот я вижу на карте 1, 2, 3, 4 пилота сильно отстали. Но, конечно, сложно пилотировать в дождевых условиях, поэтому я думаю, что они тоже подтянут свой скилл и будут бороться наравне с остальными пилотами, которые уже элита этой игры. Mm-hmm. Боюсь этого слова. Я, кстати, вот знаешь, что думаю? Что вот Ратройка, так как он, в принципе, первый раз участвует в этом чемпионате, он пропустил первый этап. И тут как бы сразу дождевые условия и все дела. Это же для него было неизвестно. Мне кажется, он сейчас немножко подвкатится и поедет чуть-чуть быстрее. А так, в целом, ты прав. Они даже, несмотря на то, что боролись с своим... Оп! А, это, господи, я думал, секс-инструктор вылетел там и разбился. Но нет.
Они действительно догоняют, несмотря на то, что они там поборолись чуть-чуть, они вот по чуть-чуть, понемножечку, скорее из-за ошибок Докера в большей степени. Да, возможно, Докер просто не рискует, и он понимает, ооо, раптройка несколько раз подпихивает, да, Эмблина, потому что у него, видимо, хуже выход был, и тем самым упирается в него и не может реализовать потенциал разгона машины. Да. Мне кажется, да, раптройка, кстати, немножечко быстрее выглядит, чем Эмблин, но вот не может его пройти. Как только он пройдет, он, скорее всего, оторвется. И да, они действительно приближаются к Докеру. То ли они взвинтили темп, несмотря на борьбу, то ли Докер потерял темп, возможно, износ резины, возможно, просто не спешит и пытается не ошибиться, потому что ошибка будет чревата как бы вылетом и потерей позиции. Так, у нас там уже Сандра, кстати, накатил на рад-тройку. Смотрим, топливо, кстати. Ой-ой-ой, как так. У рад-тройки сейчас машину немножко в другую сторону повело. И он немного, ну, произвел контакт. Это даже не то, что прямо там что-то прямо страшное случилось с Сандра. Но Сандра тем временем обогнал. Очень чисто, красиво, что по внешке. Тут скорее, наверное, усталость сказывается рад-тройки. Вот мы видим, что... колесо желтое, переднее, левое. Только сейчас 16% износа появилось. Зато топливо уже 56% осталось лишь. Посмотрим, как дела у Сандры в такой ситуации. Вот у Сандры, например, при этом износ еще в пределах нормального, и расход значительно меньше у него топлива, потому что бака осталось 63%. А рад-тройка вот пытается атаковать тем временем. Пытается атаковать сейчас, пытается пройти его по внешней траектории. Оставляет за собой внутреннюю часть при выходе на заднюю скоростную прямую. И вот прям бок о бок идут. Тут как бы у Сандры, по идее, не должно хватить скорости, мощности из-за гандикапа полученного. И он, ох, Сандра на самом деле прямо очень жестко, очень мало оставляет своему сопернику места. Но... достаточно, чтобы не выдавить с трассы. Смотри, рад-тройка перекрестил траекторию, выходит, вырывается вперед. Это просто красиво было. Жалко, конечно, в этот момент я смотрел с другой камеры, и мы не увидели этот прекрасный маневр. Рад-тройки, да, износ. Ох, уже... все, ох, он ошибся. Ошибся, рад-тройка вылетел. Но... ну, он потерял всего две позиции. Даже, кстати, будет намного интереснее смотреть за его прорывом, потому что у него темп явно больше. Начинается износ резины, становится интересно. Ну тут скорее... Урал меньше всех износ резины, 14-15% практически нету износа. Поэтому он так хорошо сохранил. У Сандра хорошие тоже. 14-15%. Ну опять же, если мы возвращаемся к тому, что это форс, здесь там пока желтая резина, она по сути никак не влияет на твою скорость, а вот... топливо Урала уже 49%, 48% осталось. А вот Магина, кстати, самый большой износ резины, очень агрессивно он едет. Больше 20% передние колеса он уже износил. Возможно, очень агрессивно тормозит. Потому что, либо это особенности автомобиля. Сейчас мы глянем, какой расход. А, Докер едет на Форде при этом. Форд, кстати, да, очень... вот, кстати, заметь, да, в iRacing Ford точно так же экономен очень по резине. Так, а куда вот потерялся по второй позиции, мы пропустили, куда-то потерялся товарищ на Nissan, который ехал вторым. ОРВ Сотик, кстати, действительно, слушай, а он ну, сейчас за 11-й... На 8-ю позицию. Нет, на 11-ю. Это... на 11-ю? Да. На 11-ю. На 11-ю позицию он катился. Стэнфорд и он был в пит-стопе. Мы пропустили, он был в пит-стопе. А, все. Просто, видимо, дозаправка. Скорее всего, так. Потому что... не мог всю уже... возможно, это просто такая тактика. Зачем? Нельзя, да, отмотать, посмотреть. Нет, к сожалению, да, отмотать, посмотреть нельзя. Да, но... вот это, конечно, может быть, он разбился и заехал починиться, и сесть заодно дозаправиться. Да, он был. Ну, прям не знаю, мне кажется, чтобы Дима Сотик как бы, ну, так взял и разбился. А зачем ему ехать
Топливо у него явно никуда не кончалось, потому что у Смагина еще 55% топлива. Ну, в общем, для нас это останется загадкой. Мы так как не увидели, пропустили этот момент. Если это была авария, ничего не поделаешь, да? Это, к сожалению, это Форза здесь. Нельзя не отмотать ничего. А мы наблюдаем борьбу, кстати, Рала сейчас на наших экранах и Сандра. Борьба за четвертую позицию. Напомню, у Сандра гандикап, у Рала, собственно говоря, по-моему, ничего нету. Да, и у Сандра, кстати, уже изношенная резина, даже задняя, пожелтела. Вот, и Сандра, Рала его обошел. Это очень интересная борьба. Но Сандра пытается использовать все, что можно, весь потенциал своей машины. Ну так а все уже, что? Сандра уже обошли, а сейчас на прямой, мне кажется... Хотя Вайпер, насколько я помню, здесь имеет наименьшую максимальную скорость. В принципе, это на руку будет Сандра, да? Мы видим, что он не отстал, как минимум. Не отстал. А вот на торможении он аж сильно ошибся. Ох. Даже контакт, ну, это вот эти легкие контакты. А в кузовных гонках имеет место быть. Да, и благо здесь отключены повреждения. А, вообще отключили? Ну, кроме как бы расхода шины топлива. А-а-а. Ну вот, по-моему, повреждение было. Не-не-не, это только если ты индивидуально включил, так, в принципе, они в настройках лобби отключены, и если у тебя также отключены, то их не будет, если у тебя включены, то извини. Ты сам себе, как сказать, враг. А почему отключены? Что, такие условия чемпионата? Да, да, да. Ну, вот так вот решили. А мы продолжаем наблюдать за борьбой Ралла и Сандра. Наверное, самая интересная борьба, которая у нас есть на данный момент. Ну и вообще, скорее всего, будет в этой гонке. Хотя вот немножко впереди Аймблин догоняет Докера. Ну или как минимум пытается догнать. Ну, они так уже едут, там, в принципе, довольно-таки долгое время. Да, там еще борьбы даже не намечается, а Сандра, конечно, бьется с Ралла, вот, и на жизнь, а на смерть уже, который тут подряд, да. И это интересно. Согласен. Там, на самом деле, где-то позади тоже есть борьба, вот я сейчас смотрю на карте, примерно это 6, 7, 8, 8, 9 место, но быстренько мы переключимся сейчас на них. Да, 8-9 место, все правильно. Там уже, кстати, народ потихонечку начинает заезжать. Да, да, у нас Ратройка в пятах и выезжает. Выезжает на 11 позиции. И пит-стоп, Ратройка выезжает. Он зачем-то сделал пит-стоп, но он, очевидно, начала уходить резины. Он подумал, что стоит, и плюс залиться топливом. Топливо, наверное, да. Да, один пит-стоп будет или два? Ну, скорее всего, судя по количеству, это самое, два пит-стопа будет. Это они не обязательны. Нет. Обязательных пит-стопов нет вообще, собственно говоря, просто машины не могут проехать больше, чем, три отрезка, топлива не хватает на всю дистанцию. Мы видим, сейчас Ралла такой за пределами трассы, да, не знаю, он удержал сейчас позицию, либо он атаковал Сандра, но вот он возвращает ее, на самом деле перед поворотом. У нас, кстати, вот еще назревает борьба за 9-8-9 позицию между Бэтменом и Робином. Бэтмен догоняет Робина. И, возможно, сейчас они попытаются выяснить, кто настоящий защитник Готэма. А вот я смотрю, кстати, что у Рала тоже уже 28% осталось топлива. А у Сандра тем временем 42%. То есть Рала скоро также поедет на дозаправку. Бэтмен показывает чудеса дрифта. Вот, и они и заезжают в боксы, а Робин ошибается, и чуть дальше поймет борьба здесь. Ну вот, скажем так, пропало поле зрения. Это хорошо, потому что тем временем здесь Сандра. Ралла, простите, обгоняет Сандра, и Сандра снова возвращает себе, перекрещивая траектории, лидерскую позицию. Ну, лидерскую. Борьба все-таки за четвертое место. Это в одном шаге от подиума. Буквально одна ошибка из топ-3, и это уже подиум. Это важное место. Да, так, согласен. Место, такой первый из проигравших, назовем так.
Ну, конечно, второе, но четвертое — это самое обидное место, когда немножко не на подиуме. Но а? Они понимают, что четвертое место — это вот буквально ошибка одного из топ-3, и вот ты на подиуме, даже если ты далеко. А пока что там они достаточно далеко отстали. Я смотрю, они в бочной борьбе не могут прессовать первого, второго. Стэнфорд, отвечу тебе. Значит, смотри, то, что на повторе слышно, как типа теряет, там неправильно переключается, это неправда. Это особенности Форзы. На самом деле, в реальной, в гонке, в смысле, там вот у самих гонщиков все хорошо, все нормально. Поэтому не обращай на это внимания. Это исключительно проблема повторов или вот наблюдателя. А вот мы видим, Ралла уезжает в питы. У него топлива совсем, видимо, не осталось. Аймблин заехал в питы. А, это... Нет, Ралла... А, ну, Аймблин тоже, да. И вот Ралла следом за ним заезжает в питы. Он и больше... Доггер становится лидером. Доггер становится лидером. У него 15% топлива. И он почему-то решил, наверное, ехать дольше. Возможно, он думает, что у него будет сейчас лучше темп, и он за счет этого оторваться. Ну, посмотрим. Не, ну, с другой стороны, это же тоже тактика, да? То есть тебе чем меньше дозаправок, возможно, он как бы потребуется ему в дальнейшем. Может быть, другие... Отмаген выехал после питов на третьем месте на свежей резине, кстати, с полным баком топлива. Возможно, ему хватит до финиша, если он будет. Так, ну, он довольно-таки далеко находится от Сандра. Сандра, соответственно, идет на втором сейчас позиции, да? Но Сандра еще не пит-стопил. Да, ему, в принципе, рано еще. А вот еще смотрю, что РВ Кост тоже продолжает борьбу на, так, Форде. Он, собственно говоря, едет, и у него топливо уже осталось 21%. В принципе, наверное, еще пару кругов-то он протянет, и только потом поедет в питы. Да, скорее всего, они решили уже до конца сидеть. Так, Аймблин выехал на шестой позиции, Аймблин, за ним Рад Тройка в 6 секундах, Ралла, кстати, рисует Рад Тройку меньше секунды, но Ралла, правда, Ралла тоже был на пит-стопе. Да, и вот то, что он думает, пит-стопер, Рад Тройка был пит-стопе раньше, или Ралла был раньше. Ну, фактически очная борьба. Так, да, сейчас... нет, позволило им Докер вместе оказаться рядом. Докер тем временем на питах. Он сейчас уже уступает лидерскую позицию Сандра. Сандра продолжает все еще ехать. У него топливо 31%. Камара, ну какой-то прямо исключительно экономный автомобиль получается. Там явно едет с одним пит-стопом, тоже даже будет. Слушай, мне вроде как вот подсказывают здесь Стэнфорд, что вроде как два обязательных пит-стопа есть. Но у нас... К сожалению, информации о гонке нету никакой информации. О, кстати, тем временем Смагин Роман... А, лидер, да, по-прежнему у нас Сандра. Ну, все правильно, а Смагин Роман установил лучший круг. Ну, потому что свежая резина, как бы понятно, да, вес машины не так влияет на других симуляторах, а свежая резина, в общем, дает себе знать. У всех уже достаточно изношенная, более 30%. Ну, или около того. Смагин на свежей дине, конечно, мчит вперед. Да, Сандра может, по идее, ехать много. Вот интересно, сколько пит-стопов обязательно, два или нет. А сейчас я быстренько, на самом деле, подсмотрю эту информацию. Сейчас я включил Смагина нам Роман на камеру. И так, вот это все пока мы уберем. Не то. Вот это все мы уберем. Хотя нет, с Магина Романа, наверное, нет. Так, у нас там есть день борьба на трассе, Саша? А пока особенной борьбы нету. У нас кто-то подъезжает пит-стоп. И сейчас я посмотрю, кто это. Как раз Сандра решил не сидеть до конца и заезжать пит-стопом. Я смотрю, здесь борьба за пятое место. Есть это Аймблин. Ну как борьба? К Докеру он вроде как приближается. И борьба у нас 7-8 место. Это у нас
Рал и Ратройка, кстати, они вот как выехали, насколько я помню, так и продолжают вот вести борьбу. Здесь Рала немного ошибается, широко довольно-таки выходит перед старт-финишной прямой. На каком месте выйдет Сандра, это тоже очень интересно, потому что у него была борьба. Что кто выиграл из стопов пораньше, попозже. И Сандра выходит между Аймблином и Раптройкой. Раптройка секунды, и Аймблин 4 секунды впереди Сандра. Вот что значит свежая резина и более ранний. Все-таки вариант подрезки здесь работает. И Аймблин, который боролся с Сандром, уже 4 секунды отыграл у него на свежей резине, пока Сандра боролся со своей машиной. Да, возможно, те, кто делал более ранний пит-стоп на свежую резину, они что-то выиграли, но у них будет и более уставшая резина в конце, поэтому. Так, я тем временем быстренько глянул на регламент, правила и тому подобное. На самом деле ни в регламенте, ни в правилах не написано по поводу обязательных пит-стопов, поэтому, мне кажется, обязательных именно прям пит-стопов не будет. Мы видим, что Смагин Роман здесь сейчас догнал кругового, это игрока под ником Фантор. Тот аккуратно его пропустил вперед, не создав каких-либо помех. И он, кстати, еще не был в пит-стопе. Ну вот, самое. Он как раз тоже едет на Шевроле Камаро. Явно, наверное, пит-стопов обязательных нету, потому что вряд ли он бы стал затягивать почти больше половины гонки. А вот, да, это раз. И второй еще, это ОРВ Кост 777. Он а тоже... хотя не факт, смотри, это 16-й круг. Угу. И а середина гонки это где-то 17-й круг, а то и 17-18. Ну да. Поэтому, скорее всего, два пит-стопа придется. И причем Шевроле самая экономная машина. Возможно, все-таки всем придется делать два пит-стопа. Ну, я думаю, что все-таки Костя не, ну, рассчитал все эти моменты в любом случае. Да, да, потому что вот у него осталось 8%, он сейчас, наверное, заправится, ему все равно капельку не хватит. Форд уже не позволяет менять количество топлива и сделать так называемый splash and dash, да, то есть когда он зальет на последнем пит-стопе на пару кругов топлива. То есть да, он, да. Значит, да, он ничего не получит из своей тактики, она, скорее всего, будет проигрывать 40% резины, наверное, лучше бы, если он равномерно распределил отрезки, а так получается, что он сейчас первый отрезок уже страдает на изношенной резине, и второй отрезок тоже будет страдать, а третий отрезок у него будет там пара кругов, если он второй также. Поэтому, наверное, здесь все-таки, если по топливу хватает, на один пит-стоп идти нельзя, то смысла затягивать нет. Наверное, надо равномерно делить. Вот, ну, да, согласен. Равномерно распределил, и резина всегда свежая, ну а количество, да, топлива, да, да, все равно. Да, то есть здесь нет такого, что вот, например, как в других симуляторах, когда можно провести два отрезка под максимум залив, а в конце залить немножко, сэкономить залив. Да. То есть тут заливка топлива тебе принудительно наливает полный бак. И да, вот он уезжает на 17-м круге в бокс, и явно ему, значит, не хватит. Да, определенно. Да. Магин Роман тем временем на первой позиции 11 секунд от лидера. Просто катастрофик, он доминирует в этой гонке. Просто противно смотреть на это. Просто возможно, это еще играет роль то, что у него окраска в машине серебристого цвета. Она немножко напоминает Mercedes. Да. Тем самым. Только хотел сказать, что это такой Льюис Хэмилтон. Взял, уехал. Местный Льюис Хэмилтон этой гонки местный Льюис Хэмилтон. У нас, кстати, начинаются буквально вот послезавтра первые трехдневные тесты Формулы 1 в Барселоне, где, возможно, мы увидим хоть какую-то расстановку сил на этот сезон. Вот. Ну вот, а пока ты смотрел, что там происходит впереди, здесь Рал обогнал Рат-тройку и урвался, умчал прямо вперед, и прямо вот буквально через, я не знаю, наверное, в конце этого круга, может быть, уже на следующем круге догонит Сандра. И вот Смагин проходит двух круговых, 12-13, которые 13, ну, они еще борются друг с другом, но вот он прошел. Они не очень уступчиво ему хотели отдавать позицию, но их можно понять. У них там идет борьба. То есть ему с одной стороны пропустить Смагина, с другой стороны, в
общем, как бы тоже борьба и весьма интересная. Пусть не за призовые позиции, но... Ну, в принципе, какая разница, да, где бороться, главное, это же гонка, это интересно. Да, борьба, это борьба. На втором месте у нас идет ОРВС, который рано сделал пит-стоп, и причем он уверенно, вот эта практика работает, мы как раз удивлялись, куда он пропал, а это просто был ранний пит-стоп, он как раз, наверное, решил три отрезка проехать равномерно. Да. Хотя нет, наверное, нет, у него уже 20% износ передней резины, то есть и 50% бак, он, скорее всего, решил первый сделать короткий, а второй вот... Чуть подлиннее. Подлиннее, или третий подлиннее, то есть он первый решил сделать более короткий. Ну, как бы он идет на втором месте, очень уверенно, 8 секунд до третьего места, я думаю, что ему ничего не угрожает. Мы видим все-таки, что Nissan... Самом деле, Саша, переключайся, здесь прямо уже началось прямо очень интересно, Рало уже накатил на Сандра, и он уже буквально на его бампере висит. Да, Сандра что-то теряет позиции. Бывший чемпион мне напоминает Себастьяна Феттеля, который просто сыпется. Просто в этой гонке он сыпется. Возможно, это все-таки гандикап. Возможно, он не выспался и не подготовился к этой гонке, но он просто в этой гонке выглядит отвратительно и не может не то что доминировать, а даже не может противостоять соперникам, которые раньше выглядели слабее него. Да. Но я думаю, что в первую очередь это гандикап, потому что все его сотоварищи, кстати, вот, что я, мы не обратили, не увидели, Ройзи 22, который на прошлом этапе, собственно говоря, был один из вот тройки лидеров, сошел. У него написан статус не окончен, все, он, я так понимаю, не финиширует у нас в этой гонке. Видимо, какие-то технические сложности возникли, и вот, да, все. То есть из 16 участников, которые были изначально на старте этой гонки, у нас осталось уже 15. Технические проблемы. Да, такое бывает. И, кстати, Ратройка накатывает на них постепенно, хотя они еще не борются, у них такая санкционная борьба, да, то есть они преследуют друг друга, хотя Ралл уже что-то совершает, какие-то попытки, а Ратройка накатывает на них, хотя у них изношенная резина, и возможно, он вкатился, нашел какой-то прям, и вот он подкатывает тоже, я думаю, что возникнет борьба с Ралла и... Ну, это странно, видимо, в какой-то момент каждый из гонщиков находит в себе, там, не знаю, новые силы, второе дыхание открывается, или они все-таки лучше, я не знаю, проезжают, запоминают трассу, потому что до этого Ратройка вроде накатывал, потом проиграл Ралу всю чистую борьбу, Сандра проиграл, и сейчас мы видим, да, что он едет уже на 7-й позиции, при этом снова возвращается, снова подъезжает к этим участникам, и, видимо, будет потом в какой-то момент навязывать им борьбу. А, так, кстати, ну, вот Аймблин, который в свое время разобрался с Сандро, уже в полутора секундах от третьего места, от подиума, от тумбочки, от докера. Да. И уже вот даже в некоторых поворотах накатывает ближе, но он чуть подошибся. Кто-то стоит развернутый, это 12-я позиция была, стоял поперек трассы развернутый. Это, да, Дисколи Фокс. Ну, пока немножко не хватает человека опыта. Он, да, это молодой, подающий надежды. И учится еще, в общем-то, гоняться в таких вот соревнованиях больших. Рало опять, вот он прямо, вот прямо чиркает по байкеру. Просто требует, а у нас в этом момент уже, на самом деле, Рало практически атакует Сандра. Уже висит на хвосте. Вот сейчас пару раз Рал ошибиться на торможении и привет. У нас будет первая авария, да, потому что вот в первой гонке, насколько я знаю, Пейскар довольно-таки, ну, может быть, не часто, но появлялся как минимум на трассе. Это привнесло там определенную интригу. Один из участников, кстати, разбился, один из участников был дисквалифицирован, он был вторым, насколько я знаю. И он был дисквалифицирован по причине того, что он ехал против движения по трассе в боксе. Что, да, эти, конечно, категорически запрещено. Пейскар дофига очень интересно, потому что
В американских гонках они выпускают пульсар по поводу без повода, именно даже вот из-за того, чтобы повысить интерес и собрать пилотон. А тем временем Рала на торможении вот немножко обходит. Кстати, здесь вот есть такой типа лайфхак. На левой стороне трассы перед шпилькой находятся лужи. Если ты возьмешь еще левее, прямо по ребрику будешь тормозить. Ой, Рала прям вылетает за пределы. Это, кстати, мне кажется, все-таки небольшое преимущество он получает. Тут Сандра ему добавляет и отправляет за пределы трассы, мол, типа, верни мне мое место. Ну вот, да, и... уже прям жесткая борьба. Прям они уже... Ну, до контакта дело доходит, да. Кто из них сильнее? В принципе, два раунда. Да, блин, не может догнать Докер. Они в абсолютно одинаковом темпе уже несколько кругов. Поразительно вообще штампуют круги. Вот те же 1.5-1.6 секунды между ними. То есть просто темп абсолютно одинаковый. Мне кажется, что здесь может решить только какая-нибудь подрезка, если у кого-то будет посвежее резина или что-то в этом роде. А тем временем Рал-то, кстати, прошел Сандра и все, уехал. Устремился вперед. Да, да. Ну тут, видимо, уже и Сандра подустал, видимо, устал уже. Уже все-таки довольно-таки долго гонка идет, уже больше половины гонщики отъездили по трассе. Там кто-то стоял сейчас с левой стороны. Просто так. Кстати, что это происходит? Что происходит где? Ой, я слышу, накатывает. Мне кажется, у Сандры какие-то проблемы, прям вот, ну, серьезные проблемы. Потому как это вот его Рала прошел, да, сейчас уже его Ратройка прошел. Видимо, наверное, все-таки он устал очень сильно. Вот, кстати, вот лужа, и вот если ты в нее попадаешь на торможение, ты ошибаешься и улетаешь дальше. Может быть, он устал, да. Но пока он еще борется, Ратройка не может его пройти, но... Возможно, Ратройка просто приблизился к ним, пока они боролись, и... Вот уже накатывает, да, а Ралла устремился вперед уже по второй секунды. Хотя у Сандра нет повреждений, я смотрю. Возможно, устал, все-таки это пятница, это конец трудовой недели. Но, с другой стороны, это пятница у всех. Но у Ратройки очень изношенная резина. Прошу заметить, 27% из да, да, верно, Тёма, no power, no power. Кто-то стоял опять там сбоку. Если на карте на самом деле смотришь, и довольно-таки плотно много игроков едет, а им, блин, прямо за Докером, но это уже не первый круг происходит. Смагин, да, Роман... Да, блин, с Докером идут абсолютно в одинаковом темпе, штампуют просто одинаковые идеальные круги, ну, идеальные друг для каждого сам для себя, и никто никому не приближается, то есть у них абсолютно такой темп, который ничего не дает приблизиться, и никто не делает ошибки. Тем временем, Макс, кстати, да, он только что посетил питы. Только что посетил питы. И вот сейчас он выезжает, я так понимаю, уже на какой позиции, где? Нет, я его потерял. Магин Роман вылетит. Он не окончит. А, он просто дисквальнулся. В смысле, вылетел из игры. Нечестный скот у Смагина Романа. И вот у нас все поменялось. АРВ-сотик уже... Я даже представляю, как Смагин сейчас бомбится и матерится, пиная ногами свой Xbox, потому что в очередной раз его подвел или интернет, или Xbox, или что-то в этом роде, потому что он вылетел, да, он не окончен. Да. У нас сход лидера после пит-стопа. К сожалению, вот, да. Уже Докер на втором месте, я Эмблин, который... недавно вот боролся, он даже не боролся, он просто ехал за Докером, а тут, увидев возможность, так сказать, более высокие, да, стал предпринимать активные действия, и вот, пожалуйста, Докер ошибается, а Эмблин уже обходит Докера. Да, и Эмблин уже второй, да, при том, что Докер доминировал, ну, спокойно ехал как бы. Так, но а у нас лидер, в принципе, у РВ сотик, да. Вот сотик, он, сотик, да. У него очень изношенная резина, уже почти 30 с лишним процентов.
А я... Да, он, наверное, понимает, что у него 8 секунд до следующей его позиции. Он решил, наверное, сделать очень длинный этот стим, чтобы на свеженькой резине доезжать под конец. Ну, на этот самый, я еще что хотел сказать, тут уже у нас Стэнфорд ставил соточку на сотика, на Диму. Это, видимо, его, может быть, происки. Он сбегал быстренько к Смагину Роману и отключил ему чертов интернет. Обогнав Докера, устремился вперед, да. Нашел какой-то темп, и он помчал. Просто помчал, это что такое вообще? Ну как что, все, вот он вкатился, нашел правильные лужи, в которые, да, не стоит попадать. Да, и он уже, ну, на секунду, ну, вот он опережает Докера. Докер уже не на дистанции атаки, хотя Докер уверенно шел на этой позиции. Да, к сожалению, да. Ну вот действительно, в этой гонке прямо все очень быстро меняется. Дождь прям привнес, ну, реально интерес. Раптройд, который недавно прессовал Сандра, тоже... Муда сбавил темп, подкатился, и вот уже в секунде от Сандра, но опять же, это не дистанция атаки. То есть он просто... И Сандра как раз, пока я это сказал, Сандра очень широко вылетает, и Ростройка уже буквально на хвосте начинает атаковать, но не может, негде здесь проехать. Так, но перебежь. Вот уже... Угу. Да, вот... Мы просмотрели в это время за борьбой, ну, не борьбой, конечно, за Ралла и за Эмблином. Они обратно там немножечко друг с другом подтягиваются. Но здесь действительно интереснее, потому как, ух, Рад Тройка прямо вот действительно уже на бампере заднем висит у Сандра. И я, мне кажется, вот сейчас еще один... Вот, Сандра... Кстати, Сандра просто стал ошибаться чаще. Сандра просто стал ошибаться часто. И сложно ему, конечно, контролировать, держать автомобиль. У нас, кстати, в Хонд здесь не полноприводная ли? Нет, кажется. Хонда. По привычке я называю. Не-не-не, все, они все еще борются, значит, Рад Тройка и... И опа. Прям Рад Тройка выдавливает Сандра. Он, прям борт-аборт, и они еще за контакт. Смагин Роман подписался, спасибо, Рома, да, здравствуй, расскажи, пожалуйста, нам, что случилось, почему вдруг ты перестал быть лидером этой гонки, это же, ну, твой феноменальный отрыв был. Рыдали все зрители тоже, потому что все переживали за тебя, все думали, что наконец-то вот она победа, она так рядом, и вот... Даже вот Лаки Бум сейчас спрашивает в чате, что случилось, что же случилось с тобой, напиши нам хотя бы это. Да не хотя бы, а прям напиши, все-таки нам очень интересно. Весточку, да. И Рад Тройка, кстати, прошел Сандра и начинает съезжать. Да. При этом... Хотя у нас с резиной сейчас все хуже, на изношенной резине, видимо, Рад Тройка есть лучше, чем Сандра. Сандра болтает, конечно, просто... Во-первых, да, хотел сказать, что у Рад Тройки очень большой износ, и уже осталось мало топлива. А у Сандры сейчас мы быстренько глянем, что у нас происходит с резиной. У него на более свежий комплект резины, кстати, замечу, у него расход задний даже выше, значит, часто довольно-таки он дрифтит. Ну, кстати, если что, можно сказать, что, мне кажется, любой из топ-5 пока имеет шансы на первое место, потому что они все достаточно близко, ну, при ошибке. А, Сандра в боксы заехал. Сандра заехал в боксы, как бы, несмотря на то, что у него резина свежее и топлива больше. Ну, с другой стороны, осталось 10 кругов. Я не понимаю, почему этого не делает Рад Тройка. Может быть, он снова решил доехать до конца. Он что-то знает. Ну да. Хотя нет, 9% топлива зачем-то. Наверное, на этом круге он поедет. На этом круге 100% поедет, потому что иначе не хватит. Смотреть будет очень интересно. Сандра, мне кажется, Сандра его обходит, потому что если Сандра не накосячит на круге выезда, у него не будет какого-нибудь трафика, то он сейчас должен показать на свежей резине хороший круг. Он выезжает из боксов. Вот Смагин Роман нам написал, что у него лайв дисконнектом. То есть он вылетел тупо из-за лайва. Ну, возможно, плохое соединение, конечно, было. Это так. Все происки других команд, на самом деле, понятно, что... Что-то там, кстати, борьба за первое-второе... Аймблин уже впереди, стоп.
все как бы все на своих местах. А, блин, первый докер, второй. У нас, видимо, ОРВ Кост, Сотик, точнее, побывал в пятах, и сейчас его преследуют, ну или... Ну, да, да, но, кстати, там в 3 секундах 3 машины. В общем-то, да, там все по 1.5 секунды, все рядышком. Да. Но я так понимаю, а сейчас... Вот тройка 5%, сейчас он поедет в бокс, и вот интересно... Каким он выйдет до... А Эмблин, смотри, этот самый докер в пятах. Все лидеры, собственно... Все, Ратройка тоже, да, в пяты заезжает. Все первые... Да, все лидеры сейчас в пятах, и вот сейчас будет прям момент истины. Они-то выйдут раньше, а вот как выйдет Ратройка... А вот мы сейчас переключились на ОРВ Сотика, во-первых. А нас интересует Сандра, да? Сандра. Да, Сандра, Сандра. Ну, Сандра на самом деле очень-очень далеко находится сейчас. Он вот только-только... Ну, там еще долгий пит-стоп, налито топливо, поэтому... Он должен выйти плюс-минус около... Я не думаю, что Сандра... Ты так знаешь... Нет, мне кажется, все-таки он именно так накосячил, потому что он слишком далеко. Ну, вот он уже выходит из последнего поворота. Уже... Едет по стартовой прямой. Ну, Ратройка уже как бы едет во всю мощь, уже вот прям. Ну, вот стоп. Он проходит вот этот скоростной поворот. Я не на того включился. Да, 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 Сандра очень плохо проехала эту круто. И Ратройка на 3 секунды впереди. На 3 секунды, да. Это, ну, конечно. Это фаталити. Тут, в общем-то, у Сани не сработала тактика его, которую он придерживался. Возможно, у него был круговой, у него было пришлось обгонять Робина, Бэтмена, вот, мне кажется, который сейчас идут в секунде в двух, а за ним. Он уперся на круге в них, ему пришлось проезжать двух круговых. Так, а тут причем тем временем, на самом деле, борьба. Ну, борьба за второе место между, значит, Докером, ОРВ Костом и Аймблин. Первое место у нас Сотик занимает, и довольно-таки большой отрыв у него, там 10 секунд мне сейчас показывают. И вот здесь Кост 777 ошибается, и Докер его проходит, конечно, без проблем. Да, но ОРВ Кост еще будет, его ждет пит-стоп, то есть это такая не очень. А, ну тогда да, действительно. А вот Рала, который застрял за ОРВ Костом, это уже очная борьба. Потому что он уже сделал свой пит-стоп, и он как бы идет сейчас на 4-м месте, получается. Вот. Ну, мне кажется, он сейчас просто не рискует, да? Просто едет аккуратно и все. Хотя нет, слушай, правда, у тебя ОРВ Кост. А не, у ОРВ Кост на самом деле вот сейчас взял просто и отдал ему позицию, видимо. Да, 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 ОРВ Кост, потому что, ну, явно, ну, ему еще ждет один пит-стоп, он откатится назад. А вот Ралла, Докер и... Ралла, Докер и Аймблин — это вот те, кто продолжают бороться. Да, и Ралла на самом деле смотрится прямо очень-очень сейчас быстрым по сравнению так, с Докером. Ралла же мы как он объехал Докера в свое время. Да. А, нет, они так же и доезжали, да? Да. Так, смотрим, да. Все свежее у Ралла. То есть они, у них действительно очная борьба теперь до самого финиша. Вот он попадает в лужу и ошибается сейчас на торможении. Опять на этом потерять немного, а мог на самом деле отыграть. Потому что вайпер в поворотах, ну прям хорош. Прям очень хорош. Поворот это его, тут скорость максимальная. И разгон там это не его. Помоги себе сам, пишет нам Артем. Да, действительно. Ну как-то вот и прям борьба закончилась. А у РВ Кост... Что нам сможет сказать здесь? А нет, он, в принципе, тоже не борется здесь. Мне надо вернуться все-таки на борьбу между Ралла и Докером, потому что опять прям критически близко находятся они друг к другу. Вот посмотрим, все, Ралла пытается по внешней. По внешней сейчас пытался, ну и либо просто как бы уходил из столкновения, поэтому оказался на внешке и чуть-чуть впереди с более поздним торможением. И вновь вот он сейчас, у него выход немного лучше. В принципе, повороты лучше, он быстрее, значительно в поворотах быстрее, чем Докер. Форд ГТ, видимо, здесь немного пасует в этом плане. Ох, Докер прямо вот, он пытается выбить его. Ну это реально, Докер, мне кажется, стоит немножко больше оставлять место.
не стоит врезаться соперников напрямую, как бы нет да, в этом да. смысла никакого. Он прям до конца борется, не оставляет места, да. Да, ну, Ирала тут... проехал Докера. Проехал, да. Он действительно вырвался сейчас на третью позицию, это подиум. А это прям очень прям жирненький и желанный кусочек. Я думаю, что Докер не оставит это вот так просто. И мы сейчас видим, что напрямую Докер прям накатывает на Рала с огромной скоростью. Но у Вайпера действительно меньше максималка. Но да, и на смотри, на торможение обходит. Обходит сейчас. Пытается. Да. И он, прошел. Но он прошел, конечно, тоже это не очень красиво вот так расширять, когда у тебя еще находится соперник в базе, да, ты как бы его притормозил. Таким образом, это... Да, Рала тяжело бороться с без максималки, конечно. Ой, даже... Рала все, ошибся, да. Улетел по траве, все, далеко на внешку. Но это проигранная борьба, тут до конца осталось-то всего 7 кругов. Ох, не знаю, успеет ли он что-либо сделать-то. Он, причем на, вот, собственно говоря, на нерве, стал да, чаще там. Ошибаться. Чаще ошибаться, это скорее всего приведет к тому, что будет чуть больше износа. Я смотрю, у него в принципе задние колеса тоже чуть больше изношены, чем передние. Это говорит о том, что ну, часто он в поворотах выходит, скажем так, в дрифте. Непонятно, почему РВ Кост не едет стоп. Как? Он а, ну Кост, так, да, так да. ему и положено же уже, он там уже... А, не едет. Не едет, да. Ну, рано еще, собственно говоря. Он, видимо, поедет в самый последний момент. Смысл, у него изношенная резина, он мог... Может быть, еще... Ну, во-первых, еще раз говорю, что в Форде вот эти вот 26% это прям, ну, не критично, не так страшно, и она практически никак не влияет, не сказывается на скорости. Там, может быть, там соточку ты потеряешь, но не больше. В принципе, можно ехать, а с учетом того, что у нас сейчас дождь идет, да, в общем-то, сцепление так низкое. Там наверное... уже почти 3,5 секунды проигрывает. Сейчас мы увидим карту и посмотрим, как у нас ситуация, в принципе, на трассе. Я смотрю, что вот тут есть где-то борьба. 8-9 позиция, вот Бэтмен и Робин продолжают выяснять, кто из них истинный защитник Готэма, они всю гонку занимаются. Ну, пока у них, конечно, такая борьба... позиционная. Ну да, и за ними еще 11 место там, видимо, в круге находится оно, плотно держится к ним. Ну так, так как бы это такая борьба, конечно. Так, это кто у нас? Это Роб, а второй, соответственно, да, Бэтмен. А, ну да, Робин и Бэтмен, извини, все верно. Робин и Бэтмен. Так себе, конечно, это борьба. А вот тут я на, да, трассе, да. на трассе вижу, что все-таки у нас есть вот 6-5. 6-5 это у нас опять Рад-тройка. И Рад-тройка, видимо, вырвался. Обогнал ОРВ Коста. Он сейчас впереди. Ну, ОРВ Коста ждет еще один пит-стоп, поэтому это не очень борьба. И это... Ну, согласен. Так интересно. Согласен. А он, кстати, видимо, наверное, по этой причине ОРВ Коста, он как бы понимает это. И особо, видимо, и не сопротивлялся обгону. Да, вот, кстати, он заезжает в питы. Вот он заезжает питы, все, теперь где-то будет позади. Посмотрим, где, кстати, он выйдет, это интересно. Дала ему что-нибудь такая тактика или нет, а вот... Ну, в принципе... Урала пытается изо всех сил. В принципе, Урала 5 секунд задел относительно Рад-тройки, он может рисковать. Даже если у него будут какие-нибудь ошибки, то у него есть задел на риск, назовем так. Задел на ошибку, вот так. Поэтому на его месте за 5 кругов можно попытаться уцепиться за подиум. Ох, похоже, в битве Робина и Бэтмена выиграл Робин, это раз. А во-вторых... Да? Нет. А, нет. Кстати, это 10 место сейчас обогнало Коста. Робин по-прежнему все еще далеко. Он в 20 там, секундах находится позади в 14-12. Тут резко сокращается это время. Да, 10 секунд. А Кост после выезда с питов проигрывает Сандра аж целых 30 секунд. Здесь как бы борьбы точно не будет уже никакой, поэтому да, возвращаемся. В принципе, безопасно едет на уже втором месте. Да вот тут как бы уже все растянулись. Начинал достаточно далеко, и к нему теперь, видишь, никто не может подъехать. Да. Дима Сотик. Да. Дима Сотик.
по-прежнему уверенно лидирует с очень большим отрывом 12,5 секунд. Ну и самое ближайшее, это здесь у нас словная борьба Докера, точнее Эмблин, да, и Докера, и Ралла. Вот они сейчас все втроем едут по трассе в расстоянии примерно 2 секунд друг от друга. Удивительно, что Red Тройка никак не пользуется этой ситуацией, почему-то он не может не прибавить, не отстать, тоже едет ровно, 3,5 секунды, видимо, темп сейчас к концу гонки из-за усталости в том числе сравнялся. Да, да, они уже никто не может не подъехать, ничего. И Сандра, все как-то уже доезжают. Хотя, конечно, еще не гигантские. Особенно, конечно, вот второе, третье, четвертое место, мне кажется, надо найти кому-то усилие, потому что меньше 2 секунд это, в общем... Ну, преодолимая дистанция, тем более здесь, а вот... Да, 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 тем более форсы более чем преодолимые. Особенно вот в эти дождевых условиях, когда ты просто наехал на лужу, не знаю, на торможении ошибся и потерял из-за этого много времени. Может быть, конечно, все не боятся ошибиться, поэтому никто особо не пушит. Но все-таки должно быть стремление к победе. Да, вот сейчас, кстати, Ралла опять вот он на торможении заехал на поребрик задней правой частью автомобиля, задним колесом. И прямо видно было, как его начало немного разворачивать. А это скорее... Ралла, кстати, постепенно подъезжает. А он, несмотря на свои ошибки, кстати, да. Да, по копеечке он подъезжает к Докеру. Вопрос в том, что, скорее всего, он, конечно, не успеет 4 круга. Да, действительно. Ну, но все-таки это же подиум. Мне кажется, надо стараться. Надо очень стараться. Да. Здесь уже, в принципе, пан либо пропал, мне кажется, да? С другой стороны, деньги. Да, там 5 секунд до следующего, до 5-го места. И если не вылететь прям совсем, то проиграть их достаточно сложно, даже на ошибки. Да. Надо идти ва-банк, давить на все деньги. И так. Вот, кстати, кто-то 12-е место ошибается и пропускает как раз 2-е место. Ну, да, чисто аккуратно там сюда. 1-3 секунды, кстати. Мы сейчас будем, может быть, будет развязка. Ну да, под конец гонки нам подарят, возможно, интересные моменты, борьбу. Там мы видим, что Докер ошибся, пытаясь обойти прям вот в момент поворота этого кругового, который, видимо, сейчас будет создавать ему проблемы. Сейчас не 0,8 секунды. Главное, что круговой хорошо пустил Ралла. Потому что вот здесь, конечно, очень... О, круговой хорошо пропускает Ралла. Ух. И смотри, все. Вот, и круга, Ралла уже на станции атаки. Какой красавчик. Он как будто бы услышал нас. Да. Пошел по банку, выложился на 120%, и вот он уже начинает приставать. Тут атака, и атака. Да, и у него целых 3 круга. Скольжение. Ну это ошибка Ралла на торможении, опять он поехал туда на скользкий поребрик. Это мини-ошибка, у него еще есть целых 3 круга, и он явно быстрее, Докеру надо или увеличивать темп. Ну видишь, уже опять образовался секундный разрыв между ними, хотя, мне кажется, сейчас здесь на поворотах... В третьем секторе Ралла быстрее, в третьем секторе прям Ралла очень там. Здесь, конечно, у него машина имеет очень конкурентное преимущество, вот... Он, конечно, едет на 120%, скользит на поребрике, смотри, прям. Ну да, он использует вот как раз всю ширину трассы, даже чуть-чуть больше. Ну вот. Да. Ну вот. Но единственное, прямой, конечно, нет. Но вот он, отличный выход из последнего поворота. Эх. Отличный последнего поворота. Ты видел, что он сделал, Ралла-то? Он взял, просто притормозил. Он, видимо, испугался столкновения или что? Я просто не могу понять. Да, ну вот. Он кроется. Докер кроется внутри, Ралла не может накатить, не может, будет пытаться перекрестить, да, ныряет внутрь. Он просто очень аккуратный, слишком прямо аккуратный для последних кругов, мне кажется, тут надо наоборот, ну так уже, поактивнее бороться, потому что... Да, вот еще он подскользнул, у него и так машина слабая, и он еще подскользнулся, и смотри, опять на целую секунду, он на разгоне подскользнулся, 1,2 секунды. Да, печально, это печально. Но еще три круга еще, нет, еще ничего не печально. С другой стороны, это дарит нам интересную борьбу, за которой интересно смотреть, и потому что лидер уехал далеко вперед,
Так, у нас тут... По крафт-тройке, кстати, в 1.7. Ну да, да, я тут думал, кстати, что у нас тут борьба у Сандры намечается, значит, в шпильке, но это была просто обгон кругового. А вот ратройка в один, ну, ратройка подъедет, потому что, хотя если эти свяжут сейчас борьбой, все может быть, особенно если у них борьба будет до контакта. Вот третий сектор, 0,7 секунды, вот в этом третьем секторе опять он Ралла выглядит красавчиком. Как мы видели, у него шикарнейший был выход-то раньше из последнего поворота. И вот он уже в 0,3 секунды, он уже на хвосте, а еще подготовить хороший выход из последнего поворота. Он у него всегда лучше, он использует там 120% ширины трассы. Да, снова. Можно у них это, можно. Мешает ему докер на разгоне. Можно у него так широко? Вот не знаю, на самом деле. Но, в принципе, как бы он не обогнал, получив это преимущество. Поэтому ничего страшного, мне кажется, не произошло. Так. Ну, с другой стороны, вот здесь вот. Да, здесь вот докер, да, широко выходит, как бы, и... Так. На торможении, ну, вот, да, на прямой, конечно, ему продержаться. И они, кстати, подъезжают, очень убирается в него. Как, и они, блин, я смотрю, да, подъезжают. Ну, а им, блин, я так понимаю, что контролирует дистанцию, просто... Просто спокойно едет. Просто спокойно едет, понимая, что осталось два круга, и скорее всего можно не подъехать. Если даже и подъедут, то не смогут атаковать. Поэтому аккуратно доезжает на второй позиции, там есть позиция. Ему спешить некуда. Да, согласен, хотя, согласен. Можно выносилась резина, и скорее всего докер тоже взвинтил темп, понимая, что не хочет проиграть свой подиум. И может быть даже и... А им, блин, уже и неспокойно едет, а просто и эти ребята к ним подъезжают. Мы не можем посмотреть по круговку, вот посмотри. Докер уже уперся в эмблина. Ну, согласен, да, расстояние уже такое же ровно, как и Урала между, значит, докером. Подъехали, несмотря на эту борьбу, или, может быть, кстати, наоборот, борьба их подстегнула, Урала расслабился, снизил темп, и теперь он, наверное, будет чуть больше активничать на трассе. Ну, остался один круг, на котором они должны все-таки выяснить, кто из них достоин второго, кто третьего, а кто не попадает на подиум. Пока что слабое звено – это Ралла. Возможно, благодаря своим ошибкам, а возможно, у него, конечно, машина не совсем конкурентоспособная для обгонов. То есть, если бы он вырвался вперед по темпу, то у него, как мы видим, он побыстрее, он подъезжал даже не один раз. Но, видишь, ему очень сложно обогнать. Ну, ему сложно обогнать, плюс Ралла довольно-таки часто совершает ошибки на выходах, да, когда машину немного заносит, он из-за этого тоже теряет скорость. Вот сейчас докер ошибся, да. Ну, нет, шанса нету просто. Урала как бы с разгон слабоват был в данном случае. Хотя вот, нет, смотри, смотри, тоже была хоть какая-то там атака. Сейчас докер будет нервничать, тут вопрос... Нет, ошибается Ралла. Сильно ошибается. Да. Все. Это все, проигранная Ралла. Борьба. Да, все. Ну, он сделал все, что мог. С другой Согласен. Стороны, у нас все остается докер Аэмблин, но мне кажется, секунду он, если Аэмблин не сделает какую-то ошибку. Хотя, конечно, докер. Мне кажется, теперь возможность вступиться за второе место ему уже импонирует. И он уже даже понимает, что он третье место свое защитил. Уже захочет отыграть второй вес, потому что все возможно. Ну, я бы хотел. Конечно. Там попрессовать... Менее секунды. Да-да-да, попрессовать блинчик, и как бы вдруг он ошибется, как минимум, да? Там нервишки ему подпортить, показывая себя регулярно в зеркалах. Хотя, ну вот видишь, все, вот эту вот среднюю часть, Аймблин, ну, значительно быстрее был, да, и уже вырвался на почти 1.5 секунды. А у нас тем временем лидер финиширует, чистенько завершаю гонку, но мы вот смотрим, все-таки здесь возможно что-то будет, потому что... Все, вот финиш лидера, Сотик победил, мы поздравляем всех, кто за него болел, и его лично с этим прекрасным... С победой в этой гонке. Вторым у нас заканчивает гонку Эмблин, следом за ним, соответственно, Докер, Ралла. Эта позиция никак не изменилась. Потом Рад-тройка, Сандра и... Вот Сандра сейчас как раз заканчивает. Потом Муэрва идет у нас Кост на 7-м месте. Робин, Бэтмен, Сванин, Дисколи Фокс, Фантор,
И это все. 12 участников у нас осталось на трассе, остальные погибли в неравном бою. Ну да, различные технические сложности. Это гонки, собственно говоря. Такое бывает у всех. Как это? Как будто бы в машине двигатель отказал. Взорвался. Все бывает, все бывает. Вот из-за таких отказов великий гонщик Фернандо Алонсо, он даже не продолжает нигде выступать. Да. Сдругавшись. Пока он боролся с GP2 Engine, он переругался со всеми. Да, абсолютно верно. Так, а нам бы сейчас как-то вот взять и посмотреть. Так, Докер спрашивает, сохранится ли трансляция. Докер, да, конечно, трансляция сохранится. Более того, я потом еще что-то дело скину на YouTube и дам ссылочку на YouTube, где можно будет, ну, в общем-то, постоянно ее пересматривать. Потому что на Твиче трансляция сохраняется на некоторое время. Да, тем более у вас была красивая борьба. Было очень интересно. В принципе, вот Докер, Ралла, Паймблин, Сандра, Тротройка, на самом деле, вот пять вот этих вот гонщиков. Интересную борьбу и сделали эту гонку интересной, да. Да. Нет, я не могу отрицать того, что и ОРВ Кос, да, поучаствовал там более-менее во всем этом. Если бы... Нет, конечно, каждый человек боролся, просто здесь борьба была очная и напрямую. Понятно, что любой, кто едет на гонку, он ведет борьбу как минимум с собой, со временем круга, и попытки улучшить свою позицию. Но где-то это борьба очная, где-то это борьба заочная, наверное, так. Сейчас, извини. Стэнфорд, мистер Степанов и Гена, это я, одно и то же лицо. Там еще, соответственно, с нами Саша Тришин, он Бонновойс, который вел со мной трансляцию. Нам, Саша, передаю спасибо большое за отличную трансляцию. А вам, ребят, спасибо за то, что вы нас смотрели, комментировали, поддерживали нас. Приходите смотреть гонки, участвуйте в них, потому что, насколько я знаю, в лобби 24 человека, еще есть места для всех. Да, действительно. Никогда не поздно присоединиться и влиться в дружное сообщество RSC-клуба, участвовать, если в чемпионате, то как минимум в каких-то небольших ивентах для начала. Ребята их делают регулярно и интересно. Так, ну а на сегодняшний день я тогда предлагаю трансляцию закончить. Там еще пару минут можно пообщаться, будет в... непосредственно в комментах. Ну и спасибо всем. Саш, спасибо тебе большое. Надеюсь, что в следующую пятницу мы также с тобой проведем. Да, прекрасно. Формат отличный. Прекрасная игра Forza Motorsport. Она у меня даже запускается. Она у меня стоит. Не зря же она занимает столько места на моем компьютере. Действительно. Она, конечно, сдвинулась на какой-то такой... медленный большой диск, поэтому, потому что негоже ей занимать место на быстром SSD-шнике. Не 2-терабайтный SSD-шник, к сожалению. Да. Не готов. Я вот, у меня, кстати, 2 миллиона кредитов есть, я могу себе что-нибудь купить. Вот, купи себе какую-нибудь крутую тачку, и можно будет еще поучаствовать, например, также. У меня, кстати, уже 173 машины куплены. Прекрасно. Нет, не 173. У меня 173 машины из обычных, 194 машины из необычных, 64. В общем, у меня много машин куплено, понял. Я люблю покупать машины. Ну, тут мне какие-то деньги сыпятся. Я на них покупал машины. Так, еще раз, на этом все. Спасибо всем. Пока. Да, всем пока. Down. So
we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every justifies the wrong, and I can't see from the back.